Всем привет! Это Буровида с Настей. Сегодня я хочу поделиться с вами моими первыми впечатлениями об Америке. Ровно месяц назад, как только мы оказались в штате Вашингтон, так сразу же принялись изучать окрестности небольшого города Ситак, где жили первое время у друзей. Целью нашего небольшого путешествия стала набережная залива Пьюджет Саунд. Гулять по городу в тот день было одно удовольствие, потому что погода стояла теплая и солнечная. Первое, что меня удивило, это множество самолетов. Они летают очень низко над городом, друг за другом, практически каждую минуту, потому что в Ситаке расположен международный аэропорт. На всех самолетах можно без труда разглядеть логотип и прочитать название авиакомпании. Еще больше меня поразило разнообразие растений вокруг. В этом штате очень много хвойных деревьев. Ёлки, сосны. Туя всех сортов. А рядом деревья и кустарники, которые уже в марте были все усыпаны цветами или бутонами. Еще мне очень понравились клумбы, оформленные не только цветочками, но и салатом, и даже свекольными листьями. Когда мы дошли до залива, нам открылся потрясающе красивый вид. Чайки. Синяя-синяя вода. И пирс, уходящий очень далеко от берега. По пирсу гуляют парочки. И люди с собаками. С одной стороны от пирса пляж, а с другой пришвартованы яхты. И, конечно, очень много птиц.
Вот такая у нас получилась первая прогулка по Америке. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Пура вида!